Они будут наступать на нас в любом случае. Они собираются и это НАБУ прикрывать. Они собираются и всех этих антикоррупционеров защищать. Они собираются и все телевидение пассива подобрать. Они собираются всех шантажировать. Они собираются и дальше богатеть. И они будут на нас наступать каждый день, пока мы им даем наступать. Давайте мы будем наступать. А ну морду ему! Вот тому скотине, что бросал. Это закон. Сейчас разберутся с этой скотиной. И ничего. Давайте возвращайтесь, с этим разберутся. Давайте. Сейчас. Это вилкула стоят вроде. Это скоты вилкула. Мне дали сегодня в Днепре авиашоу было красивое, красивую лабайку с Днепра. Ничего, мы его все. Да. Но хочу сказать, эти все шавки олигархов, есть прекрасное украинское слово. Посипаки и пилозубутники. Это ни одни посипаки. Посипаки. Ни одни пилозубутники не смогут нас, не эти уроды, которые бегают там, то с зеленкой, то с яйцами.